Родилась в Москве. Валерия Козлова не имеет музыкального образования. Однако она занималась с 12 лет в детском ансамбле «Буратино», где научилась петь и играть на ударных инструментах. В 2005-2008 году была солисткой-барабанщицей группы «Ранетки», а также снималась в одноименном телесериале «Ранетки». В 2006 году принимала участие в записи альбома «Властелина вселенной» московской панк-рок-группы «Тараканы». По итогам 2008 года она получила Народную премию Украины «Телезвезда» в номинации «Открытие года». 1 ноября 2008 года Лера дала последний концерт в составе группы «Ранетки», который состоялся в Дайслужнике. 2 ноября 2008 года Лера покинула группу «Ранетки» из-за конфликта с продюсером «Ранеток», а в 2009 году начала сольную карьеру под псевдонимом «Лера». Первый сольный концерт Леры состоялся 20 февраля 2009 года в Самаре, Россия. В 2009 году Лера снялась в клипе группы Quest Pistols на песню «Он рядом». В том же году занялась сольным проектом «Лера Лера» под продюсированием Юрия Бардаша, Крисава Мьюзик. В 2010 году Валерия сняла клипы на песни «Волчица», «Неприятно», «Безопасный секс». В июне 2010 года Лера выпустила свой дебютный альбом под названием «Дай мне знак». Выход альбома состоялся 7 июля 2010 года на Украине. В России альбом вышел в декабре 2010 года. В 2011 году покинула сцену, но в июле совместно с группами «Нервы» и «Хаки» отправляется в совместный тур «Лето», «Плавки», «Рок-н-ролл» и снимается в одноименном сериале. В 2014 году Лера сильно изменилась внешне, покрасила волосы в каштановый цвет. В мае 2014 года она выпустила песню «Я тону» совместно с Никитой Горюком. 17 мая 2015 года Лера Лера совместно с рэпером Скарес выпустила песню «Лети». 23 мая участники группы 5 Staff Family сообщили, что Лера стала новой участницей коллектива. 8 июля вышел сингл 5 Staff Family «Метка», который стал презентацией для Леры в коллективе с 1 ноября 2015 года. После ухода Юлианы, Валерия, единственная солистка группы 5 Staff Family, 21 января 2016 года вышел второй сингл «Стирая границы». Для 5 Staff Family это новый этап в жизни группы.